Всем привет, с вами Ирина. Давно просят показать и рассказать, как чувствует себя моя орхидейка-деленка. Вот что я ее давно не показывала. Ну и в общем, все изменения, которые с ней происходят. Ну, ребят, листик мы растим очень долго, очень нам туго дается почему-то этот листик, но зато корни у нас растут отлично. Мы очень хорошо укоренились. Вот. Я ее посадила, вы помните, в субстрат, но она вот, вот ее попа, скажем так, да, как ее многие любят называть. А вот я уже так называю. Вот пальчик просто, видите, проходит. То есть она у меня просто на субстрате. Я ее туда не засовываю в субстрат. Вот, и она себя абсолютно нормально чувствует. Растет она абсолютно нормально. Корни мы нарастили, растим дальше, укореняемся. Вот, ну, цвести, конечно же, мы напрочь отказываемся. Вот, так что никаких таких особых изменений нету. Так же самое низ деленки абсолютно, вот как он был, так и стоит. И за это время абсолютно ничего не изменилось. Если вверх у нас еще растит листик и хорошо укореняется, то низ абсолютно никаких изменений. Поэтому я вам и не показываю, потому что получается, что особо и показывать-то нечего, и рассказывать об этих растениях тоже особо нечего, переливать постоянно все из пустого в порожнее. Ну, я честно даже не знаю, что вам уже говорить и о чем рассказывать про эти растения. Изменений как таковых я особо таких серьезных не заметила. Еще раз повторюсь, что листик растет немножко туго, он у нас был поменьше, но чуть-чуть подрос, но как бы не хочет больше расти. Вот, и я уже думаю, что на этой орхидейке тоже нужно будет попробовать микоризу от Швертера, насыпать немножко и понаблюдать за ней. Возможно, пойдет какой-то сдвиг. То есть это у меня возникла недавно такая идея, и я думаю, что нужно будет обязательно попробовать. Так что мы в дальнейшем попробуем именно на этой орхидейке проэкспериментируем еще с микоризой от Швертера. Вот. Ну, а пока что буду с вами прощаться, потому как больше не знаю, что рассказать про эту орхидеюшку. Ну, вам спасибо всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.